Новый корпус детского сада номер 43, расположенного в Орлином, завершат не раньше октября. Такое мнение временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя выразил на своей странице в Фейсбуке после того, как посетил объект. Напомним, 13 августа директор департамента капитального строительства Сергей Смирнов обещал, что работы в детском садике завершатся в течение месяца. Он уточнял, рабочим осталось лишь установить двери, брызнуть краску и настелить керамогранит и линолеум. Конец цитаты. Но, как оказалось, ситуация обстоит несколько иначе. Сегодня ездил проверять детский сад в Орлиное. Как я и говорил, там не только краской брызнуть осталось, как утверждали бывшие сотрудники капстроя. Работы еще много, и многое тормозится из-за несогласованности действий различных подразделений правительства. Дал поручение, но объективно доделаем новый корпус садика только в конце октября, рассказал Михаил Развожаев. Глава города уточнил, эту стройку, как и другие, берет под личный контроль.